Вот. И подходит к концу. 2020 год. Это был тяжелый год, но мы не будем вспоминать о плохом. Очень хочется, чтобы в наступающем году с нами и произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Конечно, у каждого оно свое, но оно обязательно должно произойти. Поэтому, желаю, чтобы новый 2021 год подарил много поводов для радости, которые перейдут в приятные воспоминания. Уважаемые подписчики и гости канала, я очень рад, что вы смотрите мои видеоролики. С Новым годом, друзья!